Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня на площадях нашего предприятия, непосредственно в нашем цеху, происходит испытание небольшого смесителя горизонтального типа с двигателем 4 кВт и червячным мотор-редуктором. Сегодня мы хотим посмотреть, как у нас будет происходить перемешивание смеси комбикормовой. Мы засыпали несколько видов разной смеси. Они отличаются по цвету, вы можете увидеть. И сейчас мы хотим вам продемонстрировать, как оно мешает, за сколько оно мешает, и дать какую-то краткую информацию для ознакомления. Смеситель работает за счет автоматики в полуавтоматическом режиме. Шнек крутится заданное время вправо, потом он останавливается и крутится заданное время влево. Потом мы включаем кнопку выгрузка, и происходит выгрузка перемешанной смеси через специальную горловину, очень удобную. Например, в шнек дозированной подачи, потом идет, соответственно, в гранулятор. Или же выгрузка может идти в мешки или на норию, на транспортер, кому как удобно и кому как нужно. Перемешивание такой смеси, если у нас полный бункер, составляет не более 5 минут. И за этих 5 минут смесь будет полностью перемешана. Какие-то дорогие премиксы или какие-то ингредиенты, которых идет мало в составе корма, они перемешиваются практически идеально. За счет такого шнека, за счет такого принципа смешивания. И у нас зазоры между шнеком и самим корпусом идут минимальные, там где-то порядка 3 мм. Соответственно, благодаря этому перемешивание происходит очень тщательное и очень четкое. Двигатель практически не нагружен. Он тихо очень работает. Сейчас мы останавливаем шнек и включаем кнопочку выгрузка. И вот идет выгрузка уже готовой кормосмеси. Выгрузка полного объема бункера смесителя составляет где-то порядка, ну, в районе 2 минут. То есть достаточно быстро оно выгружает. И что самое главное, что в самом смесителе, в бункере практически ничего не остается. Вот этот слой, который вы видите, его толщина составляет 3-4 мм. Вот это уже полностью готовый перемешанный продукт. Спасибо за внимание.